Более 5 миллиардов рублей взыскали белгородские судебные приставы в 2021 году. Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции регионального управления Федеральной службы. Главный судебный пристав области Денис Казанов также рассказал об изменениях в законодательстве, которые направлены на защиту прав должников. В частности, расширен перечень доходов, не подлежащих взысканию. К таким теперь относятся выплаты по мерам социальной поддержки, которые назначены президентом и правительством страны. Есть изменения и в функционале госуслуг. Появилась возможность у граждан и представителей юридических лиц получать все процессуальные документы, которые вносит судебный пристав-исполнитель. Как должник, так и взыскатель.